Это основное в деятельности фонда. Скажи мне, пожалуйста, а как вот то, что ты прошла этот путь в игровой форме, да, как это повлияло вообще на представление о своих целях? Или о своих препятствиях, о своих возможностях? Что ты поняла для себя? Я поняла, что это все-таки и есть моя миссия. Ага. Потому что изначально, когда я это планировала, у меня были очень большие сомнения. Я не совсем была уверена, что я с этим справлюсь. Угу. Вот.